Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу арочную 2,5×4 с коньковой формугой на автоматах, с цельной дверью и форточкой в торце. Пока приехали, разложились, приступаем к сборке. Пока теплицу мы поставили, закрепили к основанию, все выровняли. Сейчас будем крыть теплицу поликом. Останется у нас форточка, дверь и коньковая формуга с автоматами. А, сейчас система подвязки тут будет. Работа есть, работа идет. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, сегодня строили теплицу арочную 2,5×4. Идем смотреть. Торцевая форточка с одного торца. Поликарбонат 4 мм. Все торцы защищены торцевым профилем. Дверь цельная с другой стороны. Все на крючках, как положено. Каркас профильной трубы 20 на 20. Покраска полимера порошковым способом. Цвет шоколад. Имеются диагональные усилители. Имеется коньковая формуга на термоприводах. И система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Закреплен к земле якорями. По периметру торцов установлен резиновый торцевой уплотнитель. Вот такая отличная, компактная относительно теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.